Тимурка – хороший, добрый мальчик, улыбчивый и спокойный. Он с большим интересом вступает в контакт со взрослыми. Малыш еще не умеет разговаривать, но старается поддержать беседу с помощью жестов и мимики. Тимурка – жизнерадостный, любознательный ребенок. У него хороший аппетит и крепкий сон. Нашему Тимурке 1.5 года. Мальчик активный, очень любознательный. Ходит сам по манежу, держась за него. Говорит слова, когда увидит пищу, мня-мня. Любит очень кушать. Это мальчик, по нему видно, большой, крупненький. Вот, с детками играет хорошо. Но в основном любит, конечно, отдельно играть. Ну, это естественно, потому что много детей забирают игрушки, поэтому он любит отдельно играть. Каждому ребенку хочется, чтобы его любили, о нем заботились, жалели, а иногда и просто обняли и поцеловали. Тимуру очень нужна семья. Весь персонал дома ребенка за него переживает, и это понятно. Ведь его обаяние подкупает всех, кто только его видит. Малыш растет, и с каждым днем ему нужно все больше внимания и заботы. И самое главное – родные люди. Но пока их нет. Подробнее о Тимуре вы можете узнать по адресу: улица Некрасова, 66, кабинет 301. Или по телефону 32 35 36. Партнер рубрики «Будем вместе» – общество с ограниченной ответственностью «Главмонтаж объединения».